Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Это я. Опять со своим телефоном, Дон. Но всегда у меня бывает грустный, Дон. Видео, Дон. Ну, извините, Дон. Нынче время, Дон. Такое, Дон. Или нелегкое, Дон. Вот я думал, долго думал, Дон. Сказать или не сказать, заявить или не заявить, Дон. Вот есть организации ОДКБ, по-моему, да. Вот от этой организации, да, для России никакой пользы нет, да. А Россия, да, всем помогает, да. Вот все европейские, да, лидеры, так называемые, да, руководители государства, да, приезжают к Путину, ведут, да, по телефону переговоры, там, делают все для того, чтобы как-нибудь, что-нибудь, они-то защищают интерес Украины, да, как так являются сами, да, соучастниками Украины, да. А наши ОДКБшники, да, вы почему молчите, Дон? Вы почему не говорите, Дон, о своих соседях, Дон? Почему вы не стараетесь сделать так, чтобы война закончилась? Почему у вас нет, Дон, вот, позиции против, Дон, бандеровцев, против нациков, против фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против бандера, Дон. А теперь, Дон, как ни в чем не бывало, Дон, боясь санкций, Дон, Америки или, Дон, Европы, Дон, все молчите, Дон. Хотите вы, не хотите, Дон, когда им это нужно будет, Дон, они этого сделают, Дон. Я под санкции, Дон. Не доказано ни одного преступления, которое я совершил, Дон. Но я, Америка, 4 раза ввели против меня санкции, Дон. 4 раза. Зачем 4 раза, Дон? Я понятия не имею, Дон. 1 раз и все, хватит, Дон. Я больше, Дон, не поеду в Америку, Дон. Я не хочу, Дон. Но представьте, Дон, себе, Дон. Вот когда им захочется, Дон, какой-то шизофреник, Дон, захотел, Дон, ну, объявить санкции против Кадырова. Да что объявили, Дон? И еще один появился шизофреник. Эх, я чуть не опоздал, Дон, я тоже, Дон, заявлю, Дон. Давай, ты тоже заяви, Дон. Но я прошу вас, руководители, Советского Союза, Дон. Ну, объединитесь, Дон, и скажите свое слово, Дон. Ничего не будет, Дон. Россия спасла Казахстан, Дон. Между Арменией и Азербайджаном, Дон, была война, ключевую роль сыграл Путин, Дон. Когда Казахстан начал потерять суверенитет, кто помог? Россия, да, не боялась никого, да, объявить против санкций, да, и готова, да, если это нужно, признать, да, государство, да, признаете ли вы, не признаете ли вы, Дон, наших союзных государств? Нам это мало волнует, Дон. Америка, НАТО и все остальные государства вокруг них, которые, Дон, крутятся, танцуют под их дудку, Дон, они большего ничего не смогут, Дон. Не сможет делать против России, Дон. Они все сделали. Экономически, военно, политически, Дон. Дальше мы будем делать им по всем параметрам, Дон. И вы увидите, Дон, как они будут плакать, как будут плакать, Дон, Зеленский и его, Дон.
друзья в кавычках, Дон. Они все сделали, Дон, что смогли, и ничего не смогли. Мы теперь им сделаем всем, вы увидите, Дон. Тогда будет поздно, Дон. Потом, чтобы не говорили, Дон, что я не так хотел, что мы это, у нас была позиция, но это у нас было в уме, такого не бывает. Если есть государство, если есть союз,